Всем здорово, ребят! Ну что, мы на аккаунте моего подписчика Данилы Гаспаряна, который предоставил нам этот аккаунт. Я не выбивал героя, потому что, видели, там самоцветы закончились. Я, не знаю, последнее время даже не доню туда. Поэтому я буду попозже выбивать. Обязательно видите этот роллинг. Прокачку героя. Ну а мы сейчас посмотрим на этого героя на минималках, посмотрим, что он может, как он может, как он выглядит. Ну а с вас, конечно же, лайки и спасибо напишите в комментах Данилу за то, что он предоставил на обзорчик сразу же нам героя. А мне за то, что я вам пишу топовые видосы по обновам. В общем, поехали. 4.10, 2.10 это все фигня. Смотрим на героя изначально, как он выглядит, да, как он летает. Летающий герой с крыльями, вроде так ничего. Смотрится, конечно, прикольненько. Это вид сбоку, ребятушки. РСМ будет у нас попозже. Поулыбались вчера на стриме. Вот так он выглядит спереди. Прикрывает там сиськи. Так вот он выглядит сзади. Но это для тех, кто любит вид сзади. В общем, неплохо. Хорошо, поехали разбираемся с статами. Что у нас по статам? Я уже показывал, просто полная жесть, когда вы собираетесь созвездие, делаете эволюцию, там добавились у нас еще плюс два созвездия, это полный трэш, ребят. Ну, никуда от этого не денешься, готовьтесь, сливайте самоцветы, вот в английском будет куда слить 10 лямов самых. Так, статки героя, что он имеет по базе? 465 атаки уже, 800 скорость, то есть скорость атаки у него реально обалденная. А вот Атлант медленный, раз в 2 секунды бьет Купидон, раз 1,2 секунды. Вот это 1500-1200, где такой меч, это скорость атаки. Чем она ниже, тем быстрее будет ваш герой бить. То есть у него довольно-таки высокая скорость атаки. Бег у него тоже 300. Обалденно, я не знаю, есть ли здесь череп. Вот Хрон 315 дает, у него 1500, а здесь 800. В общем, по силе он будет довольно-таки неплохой герой. Дальше. Сейчас я музончик включу вам. Что-то без музончика не прикольно. Так, что дальше? Поехали посмотрим в рейдах, что он может. Дальник он, не дальник. Это самое интересное, какой набор энергии. Набирает энергию, в принципе, сколько у нас тычек надо. Немало. Здесь я что-то не вижу вражеских героев, но это мелкие. В общем, дальник. Поехали поищем где-то более топовую базу. Я надеюсь, мы где-то ее найдем. Посмотреть, летает он через забор или не летает. Так, юниты. То есть наземные юниты, видите, не могут бить. Только дальники, стрелки там и прочее. Так, нету здесь героя. Поехали в подземки. Посмотрим на подземках, что он может. Начнем подземочки. Здесь хоть у нас есть. Да, у нас здесь тоже нету нифига. В общем, дальник. Набор энергии у него идет. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас я запущу с нуля. Ой, блин. Затупил. Давайте еще разок. Набор смотрим. Раз, два, три, четыре. На пятый он бьет. Ну, такой средний набор энергии у него получается. Так, ребята в группе уже сделали перевод. Немножко ссылочка на инфоканал в телеге я вам оставлю под видосом. Наносит 500%, это 10-й скилл. Урон на окружающим вражеским героям и устраняет 100 единиц энергии. Забирает энергию, уменьшая при этом скорость получения энергии на 90%. Вот так вот уменьшает только энергию, получаемую во время атаки и атаки. То есть это уменьшение. И рассеивает эффект усиления на 4 секунды. Кулдаун 5 секунд. Герой имеет иммунитет к головокружению. То есть от стана у него есть к страху 50% противодействия травмам. Каждые 4 секунды, чтобы создать 4 противника вокруг иллюзии осени. Посмотрим. Посмотрим, что это такое. Сейчас мы дойдем дальше, там, где будут какие-то герои. Вот на примере бочки. Сейчас посмотрим, будет ли он дальше бить или нет. Да, бьет, смотрите, по всей карте фигачит. Обалденно. Еще бы посмотреть, автопрокер или нет. Это надо, знаете, так набрать энергию. Нет, судя по всему, не автопрокер.
Но дальность атаки большая, и скилл довольно-таки интересный будет. Сейчас быстренько подальше пройду. Я уже у себя его выбью, и тогда вам уже сделаю полноценный обзор, как обычно. А вы не поленитесь и поставьте лайк под видосом. А то вы что-то ленивые у меня стали. Так, ну что могу сказать. Первое впечатление, герой довольно-таки хорош будет для PvP-локаций. Потому что если его собрать с его иммунитетами на нормальный деф и поставить ему ремку, единственный вопрос у меня с автопроком, он будет нормально шатать пачки. Он забирает сразу же энергию вражественных героев и уменьшает ее набор, что немаловажно. Во-во-во, видите? Я не понял, откуда молчание. Что это было? Как-то непонятно. Это таким образом уменьшение идет, что ли? Как-то странно очень. Сейчас пройдем немножко дальше. Посмотрим. Ну, видите, начальный аккаунт, поэтому здесь мы ничего толком сейчас не увидим с вами. Но что могу сказать, герой интересный. Самое главное, он бездонатный. Несмотря на то, что у нас новая локация засрана полностью, они ее не продумали, без доната там не смогут фармить, донаты тоже там надо пачки создавать сразу же для прокачек нормальные, с героями, скорее всего, на архидемона, потому что надо будет много ДПСа. В общем, очень много нюансов разных, но это печально. Десятые таланты тоже печаль. Да, смотрите. Смотрите, что он делает. Он наносит, кидает молчание. Каким образом, я что-то не могу понять, но это реально жесть. Вот мне понравился его скилл. Его скилл, он реально дамажит только, получается, по героям. То есть на битве гильдии его можно будет обалденно использовать. Он очень круто будет заходить. Кулдаун у героя маленький, что действительно обалденно. Нормальные летающие крылья, все дела. В общем, ждите трешечка, ребят. Это будет герой, который будет на битве гильдии использоваться, думаю, в топах. Для бездоната он тоже будет очень хорош. Особенно на PvP локации. Песня. Единственное, что меня не радует, у него жизни мало. Жизни маловато. Так, ну-ка давайте запустим отсюда. Так, смотрим внимательно. Смотрите, вот уменьшил сразу же набор энергии. Блин, обалденно смотрится. Мне его скилл нравится. Не знаю, как вам, мне реально скилл его нравится. Интересно. Действительно интересно. Интересно будет на него посмотреть на максималках, так как он, думаю, на максималках будет прилично выдавать. И реально будет хорош. Вот это мне интересно посмотреть. Так, что там у нас? Давайте добьем дальше, пройдем. Вот я не могу понять насчет молчания. Не понял. Че, он автопрокер? Да ладно. Если автопрокер, это реально круто. Это полная жесть будет. Для PvP локации, я думаю, он будет реально крут. Это, знаете, как в свое время был Ара, только этот уже более универсальный, чем Ара. Единственное, надо будет его, скорее всего, собирать на выживаемость, потому что он не сможет ничего сделать. Так, а ну-ка я кинусь. Да, смотрите, он накидывает молчание, что ли, вблизи? Да ладно! Офигеть! Офигеть, ребят! Это реально офигенный герой вблизи получается. Это реально, ребят, новая имба будет. Это просто жесть. Офигеть. В общем, пишите в комментах, что вы думаете по поводу героя. Прожимайте лайки. И я думаю, ждите уже нового обзорчика. Я постараюсь его выбить у себя, как обычно. И прокачать сразу же. И затестить, что это за имба. В общем, мне он нравится. Вот, судя по тому, что я уже вижу, он реально будет очень крутой. Все.
Жмем лайк, подписываемся, ставим колокольчик, не забываем, особенно подписка, колокольчик, лайк и репост увеличивает ваш шанс на топовые плюхи в битве замков. Всем удачи, всем пока.